К другим темам. Как показывает статистика, за 19 лет проведения Кубка Федерации по борьбе «Хапсагай» до сегодняшнего дня рекордсменами считались борцы Мегино-Кангаласского района. На их счету 4 победы, 4 раза они становились вторыми и 5 раз третьими. И в этот раз верхневилюйцы в финале Кубка, прошедшего в Чурапче, сошлись с местными хапсагаистами. До финала шла ожесточенная борьба. На ковре и трибунах кипели нешуточные страсти. По итогам 16 встреч счет был равный 8-8. Определяющий схват стала борьба Увара Тимофеева. Он победил чурапчинца Александра Оконечникова и принес победный балл. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Верхневилюйск, Чурапча, Намце. Призовой фонд Кубка составил 300 тысяч рублей. Ребята подготовлены. Я сам так думаю, что это наша команда подтвердила. Третий раз подряд уже кубок наш как бы. А соперники, конечно, вот финал и здесь финал. Я уже третий год подтверждаю этот последний схваткой свою команду. Но я не только за себя борюсь, я за свою команду, за свой улус. Ну, как бы я чисто за команду горы сверну, как бы так сказать.